В этом году в Москве стартует проект, важный для всей страны – выставка «Форум Россия», где каждый регион представит свои достижения. Главной темой экспозиции Алтайского края станет сельское хозяйство. По словам губернатора Виктора Томенко, наш регион был и остается житницей Сибири. На нашей территории производится большое количество экологически чистых продуктов – крупы, сыры, мед, растительное, сливочное масло. Сектор промышленности в последние годы получил мощное развитие и расширяет рабочие места. Все это поднимает общий уровень жизни. Гордимся нашими инновационными компаниями. Их продукция уже сегодня крайне востребована. Наши фотосепараторы, топливные системы, комплекты пожаротушения и другие изделия – это реальные результаты политики импортозамещения. Но самое главное – развитие экономики позволяет нам улучшать условия жизни в наших городах и селах. Количество туристов растет с каждым годом, а на карте края появляются новые объекты для отдыха мирового уровня. Скоро новый курорт Белокуриха-Горная сможет принять сотни тысяч человек, предоставив высокий уровень сервиса и разнообразные виды санаторно-курортного лечения. Дорогие друзья, приглашаю вас всех 19 ноября на презентацию Алтайского края. И обязательно приезжайте к нам. Гостеприимный Алтай ждет вас. Выставка «Форум» станет отличной площадкой для того, чтобы рассказать о привлекательности Алтайского края на всю страну. Она откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ. Анастасия Дороган, «День с толком».